يا بيت القدس لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا ننشر فوقك رايتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا конечно же, в первую очередь хочу поздравить вас с этим прекрасным праздником пятницы. У нас не принято, к сожалению, поздравлять друг друга именно с этим праздником. Это тоже на самом деле у нас на втором месте идет по величине праздник пятница после дня Арафы, на втором месте идет. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, я очень рад именно этой встрече с вами. Я рад, что эта встреча с вами у нас здесь именно по какой причине? По причине веры. И мы здесь не собрались, альхамдулилля, по каким-то имущественным вопросам, по каким-то политическим вопросам. Нас здесь объединило все, что наша вера. А это, я считаю, огромное достояние. Если говорить уже о вере и нравственности посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, мы все знаем, мы все говорим, и уверены, что надо следовать за посланником Аллаха. Это никто не отрицает. И поэтому есть огромное количество действий, которые мы соблюдаем. Почему? Потому что эти действия соблюдал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Но, к сожалению, зачастую мы сегодня забываем, когда мы следуем за посланником Аллаха, следовать за посланником Аллаха в нравственности, в действиях, которые он совершал, в внутреннем мире, в его характере. Как посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, относился в тех или иных действиях, между тех или иных обстоятельствах к другим людям. Давайте проанализируем. Сделаем анализ определенно некоторых действий. Вот посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, пришел с пророчеством, когда он находился в Мекке. Ему было на тот момент 40 лет и 13 лет почти, не помню, 13 лет посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, призывал к исламу, находясь в Мекке. Вы все это знаете. 13 лет посланник Аллаха пока призывал к исламу, все его окружение, ислам посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, увидели огромные лишения и бедствия. И каждый день посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, испытывал на себе что? Испытывал на себе, он видел, чувствовал ненависть по отношению к себе и к своим спутникам. Не приязнь, а ненависть. Реальная ненависть. И эта ненависть выражалась в чем? Выражалась иной раз в том, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, душили, когда он находился в намазе, вот рядом с Каабой. Они подходят сзади, зная, что он в намазе, лёг под берет его за халат, сзади ткань и начинает его душить. Другой, когда он находился в намазе, берет, когда он находится в земном поклоне суджуде, берет, кладет на него внутренний спереблюдо. Самые слабые, самых слабых из его сподвижников мучили. Некоторых мучили огнем, некоторых убивали. То есть 10 человек привязывали одного и убивали его. Вы понимаете, 3 года посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, его окружение, у них было что? Вот эта вещь, которая называется экономическая блокада. То есть многобожники Мекки собрались, они договорились, что никто из мекканцев не будет ничего ни продавать посланник Аллаха его окружению и не покупать у них ничего. И вот это время посланник Аллаха, его окружение, огромное количество сподвижников уходили утром из дому, оставляя дома детей, плачущих от голода. Оставляя дома плачущих детей от голода с деньгами на руках. Ходили на базар, им никто не продавал еду. Потому что у них детей. Они приходили домой, брали, собирали эти
листья финикового дерева, варили вот эти листья и кормили его этими листьями смертью. И после этого посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, вы знаете, да, как после того, как это Абу-Талиб покинул этот мир, умерла его супруга, он как пошел, поехал, Талиб пошел, имеется в виду, со своим зайдом, которого он усыновил, и он потом с исламом отменил усыновление. Когда он туда пришел, огромное количество детей, то есть они натравили своих детей, своих умственно неполноценных людей, они догоняли посланника Аллаха, закидывали посланника Аллаха камнями. И все это время Зайд пытался, старался закрыть посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, от этих камней. И все это время посланник Аллаха, алейхиссалям, вот закидывали камнями. Да? И этом они, в то время, когда он пришел к своим родственникам, он с ним сказал самые такие слова, которые затронут, и которые не то чтобы человека, даже камень затронут. Вот эти слова посланник Аллаха сказал, тем не менее, вот эти люди вот так отнеслись к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям. После этого посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, переселился в Медину. После того, как переселился в Медину, они взяли украли имущество, эти нагрудники Мекки, украли имущество из дома посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. То есть не было сподвижника, которого все это время, то есть все, каждого человека, в окружении посланника Аллаха, унижали, оскорбляли, пытали, мучили, только лишь потому, что он рядом с посланником Аллаха. В Бадре, да, то есть тоже были убиты мусульмане. У людей тоже были убиты огромное количество мусульман, 70 самых выдающихся из сподвижников. Среди них был убит и дядя посланник Аллаха Хамза. Мало того, чтобы он был убит, были выколоты его глаза, была вытащена его печень. Самого посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, ранили. И в это время они уже, когда убили одного из сподвижников, который был очень похож на посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, они, многобойники, посчитали, что убили посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, и уже радовались. И вот каждый раз, вот когда посланник Аллаха и его окружение постигало какая-либо беда, вот эти люди, эти враги, они радовались. Когда этому, а когда их постигала какая-либо милость Всевышнего Аллаха, они печалились. И в этой битве в Фигуре, когда была убита вот эти все сподвижники, убитый дядя самый любимый, Хамза, сам посланник Аллаха ранен, и в это время сподвижники уже уставшие от ненависти многобожников, обращаясь к посланнику Аллаха, говорят, посланник Аллаха, попроси Всевышнего, чтобы Аллах избавил нас от этих людей. Посланник Аллаха поднимает руки и говорит, Аллахумма ахдихим фа иннахум ля яълямун. Аллахумма ирхамхум фа иннахум ля яълямун. Аллахумма фир лахум, Аллахумма фир лахум ля яълямун. О Аллах, направь этих людей на истинный путь, поистине они не знают. О Аллах, прости им эти грехи, грехи притеснения меня и моих людей, поистине они не знают. Мы говорим о чем? Мы говорим о милости посланника Аллаха. Сегодня именно вот этой милости, братья, где эта милость у нас? Покажите из нас одного человека, в котором есть тысячная часть вот этой милости. Посланникам. Мы же говорим о том, что должны следовать посланникам Аллаха. Обратите внимание, если бы посланник Аллаха не любил бы этих своих врагов, не любил бы вот этих своих врагов, смог бы он проявить к ним столько милости? Аллахи нет. Он любил своих врагов, тех людей, которые к нему питают ненависть. Посланник Аллаха отвечал чем? И вот к этим чертам характера, братья, нужно стремиться. Вот к этой нравственности нам нужно стремиться, братья. Сегодня мы живем в сложные времена, конечно. Сегодня мы увидим, как определенные люди рисуют карикатуру на посланника Аллаха, другие.
человек, который рисует карикатуру, он эту карикатуру не нарисовал на стене где-то там. Там бывает человек там отсталый, там человек там в школе не учился, два класса там учился, там где-то там, ну, на голову кирпичи падали, какой-то ненормальный недоучка взял там баллончиком нарисовал на стене. Нет. Нарисовал кто? Нарисовал журналист, который работает в газете. И теперь обратите внимание, нарисовал карикатуру на кого? Вот мы говорим даже, просто отключимся от того понимания, что мы мусульмане. То есть, кто кем признается пророку Мухаммаду в истории человечества? То есть, посланник Аллаха, пророка Мухаммада, алейхиссалям, признает самой великой личностью в истории человечества не только мусульмане, не, даже не мусульмане, а неверные, иудеи, христиане, многобожники, все они признают, что самая великая личность истории человечества – это пророк Мухаммад. Говорят, он не пророк, но это самая великая личность. Человек, который больше всех сделал для человечества. Любой человек, который изучает любую науку, психологию изучает, он учитывает те или иные моменты, о которых говорил посланник Аллаха, психологии. Изучает человек философию, он изучает взгляды посланника Аллаха по тем или иным вопросам. Изучает юриспруденцию, право, он изучает, он делает выводы. Изучает то, что говорил посланник Аллаха. Нет ни одного направления в науках, где посланник Аллаха не поставил свой огромный вклад. Вот этот журналюга, да, да. Вы думаете, он не знал это? О, Аллахе знал. Знал это, будет некрасиво сказано, своим одним местом знал. Но тем не менее нарисовал. Почему? Это как называется? Это провокация. Для чего это сделано? Или, допустим, сказать, ага, нормально, ну чего, ну и что, что мы нарисовали? Вот эти действия нам не подходят, как мусульман. Как это? Если у меня и маме что-то скажут, я умереть готов. Любой из нас даже, когда говорим про пророка, тоже. Да? И вот имеется в виду, чтобы одно действие, которое от нас ожидают, что мы сказали, да, это нормально, это не так плохо. Это мусульманам не подходит. Или другое действие, что мы сделали, как? Мы взяли, пошли, вышли на улицу, сказали, а, там, эти сожгли какие-то машины, покричали, вау, туда-сюда. Как кого-то побили, кого-то сломали. И сказал, а это для чего нужно? А, сказал, а я же говорил, что мусульмане плохие, вон. Это действие тоже не подходит. А что делать? Есть много таких ситуаций? Есть. Что делать? Изучать тот вклад, который посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, вложил в человечество. Вы обратите внимание, если мы говорим о науке, современной науке, те вещи, о которых посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, будь это в Коране или в хадисах, потом в последующем открыла наука, таких фактов сколько? 3500. 3500 доказательств истинности пророка Мухаммада. Вы думаете, я журналист это не знал? Но проблема в том, что он знал, мы не все знаем. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Мы должны вот изучить самое четкое действие, самое правильное действие, которое мы противопоставим. Аллах, и каждый должен сделать для себя какую цель. А этот человек сделал против нас какую-то борьбу. Я что сделаю? А я возьму маленькую брошюру, 3 страницы, пусть это будет. А посланник Аллаха, алейхиссалям. И научу этим 3 страницам своих детей. Вот это будет моя борьба. Я выучил 10 страниц. Я уже взрослый, я чуть-чуть больше могу. Я выучу 10 страниц из жизни посланника Аллаха. Это же мы можем. Вот это мы должны сделать. Вот это будет самым ярким и самым сильным действием с нашей стороны по отношению к этих людей. И еще один момент. Когда мы говорим о посланнике Аллаха, мы говорим о
тому вкладе, который посланник Аллаха, алейхи ассалям, сделал в развитие человечества. Вот люди, которые окружали посланника Аллаха, вот их же не воспитывали люди, этот, они же не росли в этих, как называется вот это, инкубаторах, таких условиях. Что означают эти слова? То есть эти люди, которые окружали посланника Аллаха, сподвижники, они не выросли в том обществе, где не было грехов. Они выросли в обществе, где было огромное количество грехов. Также они выросли, употребляя этот вино. Вот каждый день употребляют. Они выросли, каждый день совершая вино. Они выросли, каждый день отвечая тому, что он мне что-то сделал, я должен что-то, я должен его убить. Вот так выросли. Отвечать чем? Ненавистью. Вот так выросли. Посланник Аллаха сказал три слова, человек отказался. Как могло быть? Почему они могли отказаться, почему мы не можем? Это маленький секрет. Что у них было, чего нет у нас? У них, у этих людей была любовь. Была любовь. Любовь к посланнику Аллаха. У этих сподвижников любовь была. И когда мы говорим о том же Зайде, который оказал посланник Аллаха, он все время, вот все камни, которые кидали, у него он принимал на себя. Вот это известная история про Зайда ибн Дафина, вы знаете эту историю. Когда Зайд ибн Дафина его привязали, ему говорят, ты не хотел бы спастись, а взамен на твое спасение, чтобы Аллах, чтобы взамен на твое спасение, на твоем месте, чтобы тут оказался пророк Мухаммад, спрашивает Зайд. Что отвечает Зайд? Он говорит, Бен с Аллахом, я не хотел бы спастись, чтобы взамен на мое спасение посланника Аллаха уколола одна колючка. Как вы думаете, эти были бы слова, просто сказанные с ртом, но которые не бы не исходили от сердца? У Аллаха нет. Это были слова от сердца. И теперь, ну, кто-то может, а зачем? Ну, если посланник Аллаха уколет колючку, он же не умрет. Ну, один человек спасется туда. Он так не думает. Зайд так не думает. Почему? Для него колючка, которая уходит посланник Аллаха, больнее. Он больше испытывает реальную боль от одной колючки, маленькой колючки, которую уколол посланник Аллаха, чем от своей смерти. Почему? Потому что он его так любит. И вот один маленький, еще один пример хочу я все-таки привести. Была у нас подвижница, которая звали Сумайра. Это в битве при Ухуде. В битве при Ухуде одна сподвижница, которую звали Сумайра, она приходит на поле боя и находит, что на поле боя убит ее родственник, убит отец. Так кто как это почувствовал эту боль, это знает, что это брат. Родной брат. Муж. И двое сыновей. Пятеро. Как себя ведет Сумайра? Вот это вот столько родственников делал. Что делает Сумайра в этой ситуации? Она подвигает каждому из подвижников, как говорит, скажи мне честно, с посланником Аллаха все нормально? Я отвечаю, да, она не верит. Подвигает ко второму, говорит, скажи мне честно, с посланником Аллаха все нормально? Я отвечаю, да. Она не верит, пока сама не увидела посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, подбежала к нему, схватила его за одежду и говорит, я Расулуллах, куда бы не этим бы это о посланнику Аллаха. И любая беда после того, как я видел тебя, является у тебя маленькой. Как вы думаете, в этой ситуации она смогла бы сказать то, что нету сердца? О Аллахи, биллахи, таллахи нет. Сегодня, вот если мы не сможем воспитать себе тысячную часть этой любви к посланнику Аллаха, мы не сможем, добиться тысячной части от того, что добились сподвижники. У нас есть три основы веры. Есть иман. Также есть ислам, есть ихсан. Иман означает что? Наше убеждение. Ислам означает что? Наши действия. Ихсан означает что? Очищение души. Знаете, что есть три основы веры. И когда человек вам не говорит об очищении души, знаете, что в его пути есть проблема. Когда вам человек не говорит об убеждениях, а говорит о чем-то другом, в его пути тоже есть проблемы. Понимаете же? Нам нужен именно этот путь.
Путь посланник Аллаха. Где человек питает к остальным людям столько же милости, пусть не столько, но милость и любовь, а не ненависть. Вот этот путь нам нужен. И именно этот путь нас возвысит как мусульман. Ассаламу алейкум. صلي على المختار من مضاري والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصلي ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطائي الدين قد نشروا وجاهدوا معه وفي الله واجتهدوا وهجروا وله وقد نصروا وبيّنوا الفرض والمسنون واعتسبوا لله واعتسموا بالله وانتصروا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أزكى صلاة وأنمها وأشرفها يعطير الكون رايا نشرها العطير مفتوقة بعبير المسك زكية من طيبها أرجو رضواني ينتشر عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبت الأرض والمدر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستقر وعد وزن مثاقل الجبال كذا يليه قدر جميع الماء والمطر والطير والوحش والأسماك مع نعم يتلوهم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمون والقدر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما بأبدي بالصلاة سلمت الله خلق ثمك خير يا ودر حبيب أحمد دام اللهم صل وسلم وبارك عليه فجرا جديدا يا دمع السعر أتلمح فتيا نور مشبور بسنا بك أتلمح يا أخي الفجر جديدا يا بعث السحر أتلمحه فتيا النور مشبوب السنا بكرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يا بعث السحر أتلمحه فتيا النور مشبوب السنا بكرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يا بعث السحر أتلمحه فتيا النور مشبوب السنا بكرا أرى شعبي يعد الموت للأعداء والقبرى هو الشعب الذي ظلموه إن سرا وإن جهرا أرى شعبي يعد الموت